Вот он, цвет и надежда китайской авиации. Си-919. Си – первая буква China, то есть Китай. Первая девятка – символ вечности, а последние две цифры указывают на 190 – количество пассажирских мест в будущем лайнере. Такая вот китайская каллиграфия. И еще из цифр. 101 контракт на Си в первый же день. Абсолютный триумф. Основные заказчики внутренние – Air China, China Eastern, China Southern и Hainan Airlines. Но кроме них еще и иностранная JECAS также готова поддержать китайского производителя. О триумфе Си извещали через пресс-релиз. На саму церемонию подписания контрактов журналистов не звали, так что о суммах можно лишь догадываться. По оценкам Boeing и Airbus, это 7 миллиардов долларов. Но такие договоры обычно заключаются с 20% скидкой, а государственная КАМАК, производитель Си, в честь премьеры и во имя прорыва на мировой рынок, могла уступить и того больше, тем более своим. В ее планах отправить чертежи 919-го в производство уже в следующем году, тестовый полет в 14-м, а еще через 2 года вручить первую машину первому заказчику, с надеждой, что к тому времени число заказов увеличится до 2000 единиц и потеснит с рынка основных модельных конкурентов 737-й Boeing и 320-й Airbus. Кстати, именно на полсотни 320-х потратили китайские авиалинии 7 миллиардов долларов на прошлой неделе. Половина лайнеров не только летать, но и собираться будет на территории КНР, на фабрике Airbus в Тяньчжине. Там к появлению конкурента готовы. Это открытая конкуренция. Если самолет хороший самолет, то он будет продаваться. Мировой авиарынок развивается настолько динамично, что местечко для еще одного обязательно найдется. 3,5 триллиона долларов оценивают этот рынок на ближайшие 20 лет. 1,7 триллиона из них приходится на наиболее популярные узкофюзеляжные лайнеры. А четверть мирового оборота, 500 миллиардов, обеспечит потребительский бум Китая. Авиапоток КНР к 30-му году увеличится в 5 раз и достигнет 1 миллиарда пассажиров. Число аэропортов увеличится в половину, до 260. И для всего этого китайским авиалиниям потребуется закупить более 4,5 тысяч новых самолетов. Это 6-я часть от мирового оборота и 2-е место после США. Так что КАМАК, автор 919-го, видит впереди очень светлое будущее и призывает иностранных инвесторов не проспать момент рождения мирового авиаконструктора номер 3.